И мы вновь на площадке, которая в 2010-м принимала детское Евровидение. Тогда его признали лучшим за всю историю конкурса. Ровно через год Беларусь вновь примет этот песенный форум, который полюбили миллионы зрителей из разных стран. Напомним, по условиям взрослого Евровидения шоу организует страна-победительница. Но в детском конкурсе это правило не работает. Тут столицу очередного конкурса выбирает сам Европейский вещательный союз. И хоть прошлый сезон не стал для нас победным, ЕВС доверил право провести очередной конкурс именно Беларусь. И мы гордимся такой возможностью и держим кулачки за нынешнюю представительницу на вокальном шоу. Хелена Мираи активно ведет подготовку к конкурсу, репетиции, вокал, хореография, запись английской версии композиции. И уже через месяц юная вокалистка отправится на детское Евровидение 2017 в Грузию. Ну а в завершении программы мы перелистываем еще одну страницу, которая делает нас ближе к предстоящей ответственной миссии. Наш евровизионный сюжет буквально через несколько мгновений, а мы, Полина Шуба и Максим Угляница, прощаемся с вами до следующей недели. Независимо от результатов детского Евровидения, ее уже можно назвать хозяйкой следующего песенного шоу. Представительница нашей страны на конкурсе в Грузии Хелена Мираи через год будет приветствовать юных исполнителей из разных уголков мира в Минске. Это официально. Детское Евровидение 2018 принимает Беларусь. На мне лежит огромная миссия, так как я сейчас поеду в Тбилиси и буду всех участников, всех гостей приглашать к нам в Беларусь в 2018 году. У нас будет проводиться детское Евровидение. Я считаю, это очень-очень круто. Если по условиям взрослых песенных Евроигр шоу организует страна-победительница, то на детских другие правила. Столицу конкурса выбирает Европейский вещательный союз. Любая телекомпания-представительница ЕВС вправе подать заявку на проведение шоу. Международный проект требует внушительных финансовых затрат, и раннее планирование позволяет грамотно сформировать бюджет шоу. Европейский вещательный союз очень серьезно относится к стране-организатору такого крупного конкурса, как детское Евровидение. В первую очередь это должна быть стабильная профессиональная команда, компания-вещатель. Это должна быть безопасная страна, наличие места проведения мероприятия. И, конечно, у Беларуси все эти составляющие у нашей страны есть. Организовывать 16-е детское Евровидение поручено Белтелерадиокомпании. У главного медиахолдинга страны уже есть богатый опыт. 7 лет назад наша страна провела конкурс с размахом. Зал Минской арены стал одной из самых крупных концертных площадок в истории проекта. Фееричное минское шоу транслировали не только 14 стран-участниц, но и другие национальные телекомпании, в том числе Австралия и Новая Зеландия. У нас там замечательная площадка была, да, уже в 2010 году. Не нужно было ничего отстраивать, не нужно было ничего придумывать. Прекрасное место, огромное, где большое количество локаций, и можно сосредоточить там в нем несколько точек, чтобы не передвигаться по городу, потому что, ну, это, наверное, не всегда удобно. И опять-таки наши гостиничные комплексы, они также расположены таким образом, что все, в общем-то, близко. В 2010-м это были самые современные, самые лучшие технические средства. Это была суперсовременная концертная площадка. Конечно, прошло уже довольно много времени, и техника, и технические средства, и возможности шагнули вперед. И в следующем году мы используем самые новые современные разработки для того, чтобы сделать 2018 конкурс лучшим в истории. В нашу пользу сыграл внушительный евровизионный трофейный фонд. Беларусь дважды побеждала на конкурсе, также на счету несколько вторых и третьих позиций. За успехом белорусских делегатов стоит слаженная команда профессионалов, от продюсеров до гримеров. Белтелерадиокомпания одна из немногих стран-вещателей, которые сохранили национальные отборы. И мы неоднократно об этом говорили. Это говорят нам продюсеры ЕВС о том, что с удовольствием смотрят наши национальные отборы. И видят, на каком уровне все это происходит, и всегда дают очень высокую оценку. Поэтому, в принципе, разговоры о том, чтобы Беларусь приняла у себя детское Евровидение, ведутся уже там несколько лет. Вскоре в Минск прибудет супервайзер взрослого и детского Евровидения Юн Уласан. Глава популярных шоу посетит возможные площадки будущего конкурса, обсудит организационные моменты. В планах максимальное привлечение белорусских специалистов, волонтеров, администраторов, графиков, дизайнеров, операторов, звукорежиссеров.
режиссеров. Билтелерадиокомпания располагает техническими возможностями для проведения данного мероприятия. У нас есть определенный опыт в проведении и музыкальных, и песенных конкурсов, спортивных мероприятий. Что касается организационного уровня, естественно, не только Билтелерадиокомпания. Это и Минский горисполком, это и другие структуры, министерства, ведомства, оргкомитет будет принимать какие-то решения. То есть всем миром мы сделаем в Европе праздник. Детские песенные евроигры больше, чем просто состязания вокалистов. Помимо многочисленных репетиций, участников ожидает насыщенная программа. Зарубежные гости смогут познакомиться с достопримечательностями и культурой Беларуси. Сейчас команда Белтелерадиокомпании ведет разработку слогана и логотипа детского Евровидения 2018. И хотя у конкурса уже есть единая символика, это надпись Eurovision, каждая принимающая сторона работает над собственным имиджем. Так, логотип нынешней хозяйки конкурса Грузии напоминает лучики солнца, а слоган звучит как Shine Bright или Сияй ярко. Зажигать на сцене Тбилиси наш делегат Хелена Мирай отправится менее чем через месяц. Ежедневно у юной артистки занятия по вокалу, хореографии, актерскому мастерству. А сейчас исполнительница снимается в ролике на акустическую версию своего хита. Послание, заложенное уже в названии песни «Я самая», будет понятно поклонникам проекта независимо от национальности. В главном эфире Инна Пелевич, Дарья Тарасова, Андрей Христин и Александр Шостакович.